Доброго времени всем, кто сейчас находится на канале. Вот хочу поделиться с вами своей радостью. Сегодня как бы зашел на почту для получения посылок. Мы тут с ребенком кое-что собираем. То есть это посылки Диагостини, Иглмос. О них чуть позже, видимо, видео будут на канале как-то выходить параллельно со всем тем, что как бы я пытаюсь отснять, показать. Ну и ближе. Я подписан на канал Made in USSR. Михаил, здравствуй. Удачных тебе ремонтов, изысканий, проектов. Огромное, огромнейшее спасибо. Просто, ну, не знаю, такое мужицкое. Неожиданно для меня сегодня было получить данное письмо. Так, ну что, вышло оно в Казани. Кстати, пардон, Казань. Раскрываю небольшие тайны. 25.02.15 прибыло оно, поступило в поврежденном виде. Но тут немножко порван конверт. Видимо, почтальона по пути трепали нехило. Поступило 3.03, то есть, по сути, 9 дней. Очень даже неплохо. Ну что, руки чешутся вскрыть, посмотреть. В одном из своих видео он, Михаил, говорил, что у него очень много макетных плат. Он их раздает. И я вот имел небольшую наглость, назойливость, как хотите это называйте, поклянчить. Ну и вот сегодня у нас эти платы в этом конверте. Так, смотрим. Ух ты. Ух ты. Прям как-то не по себе. Казань. Не был ни разу в Казани, но родители трудились на казанском заводе, чтобы мы получили квартиру. Не помню, как, что за завод. Ну, в общем, стройматериалов. Вот так вот. Шикарно. Я бы даже сказал, очень шикарно. Очень даже шикарно. Ажниш целых 6 штук. Вот тебе и вот тебе. Ну, что поделать? Будем что-то делать. Есть там кое-что для теплицы сделать. Есть кое-что для деревни, инкубатор. Ну и кое-такие поделки. В первую очередь вот мне просили усилитель сделать, товарищи. Где они его там хотят использовать, я не знаю, в машине или в гараже. Ну, класс, класс вообще. Огромное спасибо. Огромнейшее просто. Да, пришлось прерваться. Это все к той же теме. Ну что, ввиду того, что человек увлекается, ну я о Михаиле сейчас, увлекается такими девайсами старенькими, ну, с меня причитается. То есть, что-то. Чем-то надо будет поделиться тоже. Вот теперь точно пока. Все. Всего доброго. Спасибо.